Да. И когда вижу камеру, я почему-то теряю. До сих пор. На тот... До Ригуса я успела поработать социальным педагогом в РК «Здоровье» и параллельно открывала свой бизнес как бы в разных направлениях. Я знала, где находится Ригус. Думаю, ну зайду, спрошу. По голове не стукнут. Получится так получится, нет так нет. Но, по крайней мере, ты попробуешь это сделать. Очень удивительно, что меня не выгнали в первый год моей работы. Потому что, ну, я бы сейчас себя выгнала, на самом деле. Ну, полный ноль, абсолютно. Я не знала ни как писать сюжеты, ни как грамотно брать интервью. Вообще ничего абсолютно не знала. Пишем. Как там? Чё? Знание, сила. Увидела. Ну, наверное, все вот три наши редактора на тот момент, Лариса Ренцева, Лёша Фишев и Инесса Питонова. Ой, Инесса, как говорит, Питоновская, Сырская же. На тот момент все три наши редактора, они были нашими наставниками. Они нас научили всему, все, что мы знаем. Ну, я, наверное, особое спасибо хочу сказать Инессе Владимировне, потому что все-таки, мне кажется, ну вот она мой основной наставник, мой гуру, мой вдохновитель. Славься, Инесса Владимировна! Я помню, каждый день шла на работу, когда, не знаю, говорить, не говорить, тоже не знаю. Я читала молитву, как же сейчас, святые пороги, что-то там, встаньте на защиту, потому что я знала, что я делала, ну, ужасные новости, вообще ужасно. И я понимала, что я каждую планерку меня могли вот так вот взять, скрутить и вышвырнуть. Мне страшно, что я что-то не нащупаю в сюжете, что-то не найду, не подам его правильно. И мне кажется, надо учиться, еще учиться. Движемся дальше и смотрите во второй части выпуска. Важно найти детали такие, которые не могут найти другие журналисты из других телекомпаний. То есть они могут так поверхностно, то, что им дали, то они и выдадут. Очень много училась сама, потому что никто не знает, даже мои родственники. Я распечатывала тексты каждый вечер. У меня было по несколько текстов, приносила домой. Включала камеру, начинала начитывать текст, потом смотрела, как я там читала. Ай, все, нет, не то, заново. И каждый вечер я так тренировалась. Вторым эпизодом в Следственном комитете называют сразу несколько подпольных казино. В Следственном комитете закрытие сразу нескольких. Все они находились за закрытыми дверями, ой, за неприметными. Требования, жесткие требования к корреспондентам, к качеству материала, к подаче всегда были высокие. Выдержать этот уровень, ну, под силу не каждому. Помнишь, Боря, мы поехали в Тункинский район? Не буду о твоих косяках рассказывать, о своих расскажу. Я помню, что надо было огромное количество материалов снять, и на одном стендапе я его писала час. Я не знаю, как у Бори хватило мужества и терпения меня не прибить там на месте. Например, час стендап. На всей Бурятии мы, конечно, тоже там как могли изгалялись, скажем так. Кто на что горазд. Я не знаю, в какой-то момент меня стукнуло. Вот я хочу написать сюжет в стихах. Все машины уникальны, и у каждой свой кураж. Рысь, бизон и росомаха. Ну а первый был... Мураш. Первые образцы у меня были трехколесные. Болезненно для меня даются сюжеты про детей. Из последних, который меня очень сильно задел, я два дня готовила этот материал и два дня плакала. У меня слезы катились, я не могу, про мальчика, который вот ошпарился в кипятке. Все записали, сделали материал, выдали. А мальчику надо 4 700 000, чтобы, ну, как бы жить полноценной жизнью. На тот момент у них было собрано 600 тысяч. На следующий день, и вот открыла вот этот, ну, его вкладку, и там люди собрали за один вечер 2 миллиона наши. Ой, какие у нас люди замечательные, конечно. Поэтому спасибо большое, что смотрите «Оригус», что помогаете детям вместе с нами. Я иногда думаю, что было бы, если бы не было в моей жизни «Оригус». Кем бы я была?
я не знаю, благодаря Оригусу нашла себя и стала личностью в первую очередь для самой себя. Что-то намудрила кого-то. Да, и когда вижу камеру, я почему-то теряюсь до сих пор. Хочу сказать большое спасибо Оригусу, потому что именно здесь я нашла себя как личность. Я здесь выросла, я здесь стала сама собой. Я здесь родилась. Он счастье дал, улыбка.